Современные специализированные устройства в век инновационных технологий – необходимая часть уроков. Привлекает внимание к изучаемому материалу. Такие 3D-очки школьники теперь надевают не только в кинотеатре, но и на уроках физики и химии в Кемлинской средней школе. Новый учебно-методический комплекс предлагает уроки, больше похожие на игру, чем на сложные строгие занятия, и параллельно прививает интерес к экспериментам и повышает уровень знаний. Больше становится детей заинтересованных в изучении этих сложных двух предметов, как физики, так и химии. Вот. Качество образования повышается, детей больше становится увлеченных, которые участвуют и в олимпиадах, и в конкурсах, становятся увлеченными. Это очень интересно, увлекательно, но благодаря таким урокам я считаю, что многие ученики начнут проявлять интерес, даже те, кто раньше не любил уроки химии, и даже мне, я и до этого любила химию, и после этого стало более интересно.